в таких случаях конкретизация. Вот да, вот тогда определите предмет. Нет, она как бы делает всю беседу неинтересной, потому что здесь теряется какой-то субъективный фокус. Вот именно, чтобы не было такой потери субъективного фокуса, я всегда стараюсь не уходить, а просто вполне сознательно говорить, а вот там что такое? Вот философ, человек занимается философией, а вот что такое философия? Давайте отложим на следующую беседу, вот ко времени которой, может быть, я или вы, или мы вместе умрем. Так что она будет и не нужна. То есть как-то не хочется уходить, но если хотите...